Дамаск требует от Анкары прекратить нарушать суверенитет Сирии и международное право. Так в МИДе Арабской Республики отреагировали на новые обстрелы со стороны Турции. Под артиллерийским огнем оказались пригороды Латакии. По данным агентства САНА, есть жертвы среди мирных жителей. Также погиб один военнослужащий правительственной армии, еще пятеро ранены. О том, что турецкие военные через границу обстреливают территорию Сирии, накануне сообщили и в нашем Минобороны, предоставив данные объективного контроля. От Анкары никаких комментариев пока не последовало. При том, что когда Турция на прошлой неделе решила, что российский самолет якобы нарушил ее воздушное пространство, посыпался буквально град без доказательных обвинений.